Laissez-vous aller. Французский режиссер, поэт, художник и преподаватель Жан-Люк Муассон учит новопоколенцев видеть поэзию во всем, делать каждое мгновение жизни произведением искусства, давать свободу себе и при этом учитывать свободу окружающих людей. Занимаюсь театром более 40 лет, и сейчас для молодых людей я привез весь этот свой опыт. Очень важно, чтобы ребята открыли свои эмоции, чувствовали себя свободно в своей жизни и, самое главное, были при этом счастливы. И вот с таким звуком. Спикеры, которые приезжают, то есть сколько всего они дают, но это словами не передать. И что они делают, то есть это даже доходит не сразу. Я готова перечислить всех и сказать, какие они чудесные, потому что вот Софи – педагог по голосу, который может вытянуть из любого человека и дать ему вот опору. А Жан – это вот просто человек, будто бы не с этой планеты, который творит с разумом тоже невероятные вещи. Участники семинара утверждают, здесь их учат тому, что не преподают в школе и в университете. Коммуникациям с самыми разными людьми, адаптации в современных, быстро меняющихся условиях жизни. С педагогами удается по-настоящему раскрыть свой потенциал. Сейчас очень много людей, которые в себе закрываются, закрепощаются, а здесь помогают обрести свободу. Два раза в год, осенью и весной, на семинаре собираются целеустремленные ребята, готовые работать над собой. Новому поколению почти 15 лет. Выпускники уже состоялись как личности и профессионалы, но со своими наставниками дружеских связей не теряют. Некоторые свой бизнес создали, некоторые работают на государственной службе, некоторые просто занимаются своими делами, но видно, что они по-прежнему такие же хорошие, в смысле добрые люди. На этой доброте, если будет основан их профессионализм, то тогда можно будет спокойно, как говорится, жить уже в виде собственную старость. Некоторые выпускники прошлых лет по-прежнему приезжают на семинары нового поколения, только теперь уже как преподаватели. Мы очень благодарны, и что это нас очень вдохновляет, что мы не теряем вот такой связи, и что о ребятах, о новых заботятся. И мы себе можем позволить, наверное, чуть больше и пригласить чуть больше педагогов. Спасибо вам, ребята. Наталья Макурина, Сергей Кириченко. Такой день на Мире Белогорья.